Ну, это реально подводный камень, и пусть все про это знают, то, что возить в Калининградскую область можно сколько угодно, а на вывоз есть ограничения, потому что это особая экономическая зона. Да, личные вещи имеется в виду, старые личные вещи. В каких-то источниках говорится, там, 25 килограмм на человека, в каких-то 31, в каких-то 50, но факт, что есть ограничения. Путешествовали вы по Европе, решили заехать там в Калининград еще на пару дней погулять. Или на ПМЖ переезжайте в Калининград. И, ну, все такие погуляли, ну, все, можно уезжать. Ну и, как бы, собрали свои вещи там. Все свои, в том числе мебель, может быть, любимую, погрузили в грузовичок и поехали. И на выезде вам инспектор и говорит: ребята, а у вас перевес. Такой: какой перевес? Мы же эту мебель привезли там из Омска сюда, в Калининград. Или там брали эти шезлонги с собой в путешествие, мол, из дома. И возили в Калининградскую область. Ну и дальше может начаться какой-то неведомый гемор, что вам надо будет доказывать, что это из России. Там хорошо, что это, если это российского производства личные вещи. Или нужно будет какая-то декларация со въезда, которую вы там, допустим, не сделали. Потому что, разумеется, вас никто не предупредил. Так вот, я вас предупреждаю, что прежде чем въезжать в Калининградскую область по любому вообще поводу, на ПМЖ, для туризма, уточните вот этот момент, хотя бы не поленитесь на границе, спросите про выезд, чтобы там все как-то задекларировать, все, что вы привезли, и чтобы не было проблем на выезде.